Всем привет! С вами снова я, Бауржан. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о мышцах груди, грудные мышцы. Итак, для начала я перечислю, что именно, какие упражнения я буду вам показывать. Первое – это отжимания от скамьи. Второе – классические отжимания от пола. Третье – отжимания с колен. Это для людей, которые... у которых не очень получается отжиматься. И третье – отжимание от скамьи, то есть ногами. Итак, показываю. Упор на скамью. Спина прямая. И начинаем на вдохе. На выдохе опускаемся на вдохе, выдох, запоминаем, вдох, выдох, вдох, выдох. Итак, это первое упражнение. Теперь переходим ко второму упражнению. Итак, упор лежа, спина ровная, смотрим вниз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Также выполняем подконтрольно, не торопимся. Вдох, выдох. Итак, теперь третье, это то же самое, но это для людей в основном, которые не могут выполнять классические отжимания. Итак, также упор только на колени. Тело прямое, вдох, выдох, вдох, выдох. Так гораздо легче. Опять же повторюсь, это для людей, которым тяжело выполнять классические отжимания. Итак, переходим к четвертому упражнению. Ноги на скамью, либо на диван, либо на кровать и так далее. Выполняем то же самое движение. Вдох, выдох, вдох, выдох. Также не торопимся. Выполняем подконтрольно. Итак, теперь поговорим над техникой и над ошибками этого упражнения. Это очень важно учитывать, почему я постоянно напоминаю о технике и об ошибках. Чтобы вы не делали этих ошибок и правильно выполняли эти упражнения. Это очень важно в фитнесе и в бодибилдинге. Итак, поговорим о технике выполнения. Что нужно для этого знать? Нужно обязательно знать про углы, то есть именно угол руки. 90 градусов. Вот. Должен быть угол 90 градусов. Опускаемся четко. Практически касаясь грудью до земли, до пола, до земли и так далее. Встаем. Когда мы встаем, мы автоматически начинаем сокращать мышцы груди. То есть сами, своими усилиями. Так, потом далее. Далее говорим об ошибках. Что нам нужно знать об ошибках? Первое, это... Опять же, я говорил об угле. Значит, угол 90 градусов. Если вы берете угол острее, то в этом упражнении больше будут участвовать мышцы трицепса. А мы сейчас говорим о мышцах груди. Это первая ошибка. Вторая ошибка. Сильный прогиб в спине. Часто люди делают сильный прогиб в спине. То есть у них как бы получается мостик наоборот. Вот. Далее, наоборот, есть люди, которые выпячивают попу вверх, так сказать. Да? Вот. Это еще одна ошибка. То есть неправильно, опять же, неправильно будет выполнение этого упражнения. Далее, что я хотел еще сказать. Далее, опять же, я повторюсь, о скорости. Скорость. Никогда не нужно торопиться. Нужно... Опять же, повторюсь,
подконтрольно, медленно выполнять это упражнение. Не только это касается всех упражнений. Так как если вы выполняете очень быстро и вы не подготовленный человек, вы можете получить травму. А травмы сейчас никому не нужны. Преимущество этого упражнения – вам не нужны снаряды. Можете использовать, то есть, подручные материалы. А это пол, какой-нибудь выступ, кровать, там, скамейка и так далее. Итак, поговорим о домашнем задании. Если вы человек неподготовленный, то вы выполняете это упражнение с колен, которое я вам показывал. Делайте это упражнение в трех подходах от 12 до 15 также повторениях. Если вы более-менее подготовлены и умеете отжиматься от пола, то вы делаете классические отжимания от пола, которые я также вам показывал. Если вы уже более-менее продвинуты, то вы уже делаете отжимания от скамьи. То есть ноги ставите на скамью, руки на пол. С вами был Бауржан. До скорых встреч!